Итак, привет всем, с вами снова я, Зазепа. И сегодня, сегодня обзора так какового не будет. Сегодня я просто решил просто проехаться, покататься на технике, которая у меня есть в ангаре. Начну я, пожалуй, с разминки на своем любимом КВ-2. Вот. Сегодня особо много видео загружать не буду, потому что в конце концов воскресенье, хочется и себе времени посвятить, сходить куда-то погулять, тем более такая хорошая погода. Извиняюсь. Замечательно. У нас жемчужная река. Поеду-ка я сразу квадрат D6. Мне там хорошо будет настреливать. Надеюсь, там какого-нибудь Т-29 не будет. Но я думаю, там взвода будет КВ-2, КВ-85. Поэтому, наверное, первый снаряд я поставлю, кстати, голдовой, потому что голдой лучше. Лучше их прошибить. Будет дамаг в 2 раза больше. Там не 300 с чем-то, а уже 600-700. Это хорошо будет. Правда, если там будет Т-29, то, наверное, его не пробью так просто. Ну или КВ-3. Хотя... Хотя попытаться стоит, да? Пробитие голдой сколько здесь? 136. Ну... Нормально еще. Так, часть команды у нас поехала налево. Так, Бурдип и КВ-1. Вместе с Шерманом, короче, М4, А3 и 8 с нами. Так, там Хилкот. О, пазик 4С и ТД-29, это не очень хорошо. Ну, КВ-85 это нормально. Блин, у них 3 арты, я вот боюсь здесь стоять. Но одну плюху кинуть можно, такую хорошую, солидную. Отлично. Так, КВ-1, надеюсь, ты мне мешать не станешь. Это сейчас сами себе мешать будут. Сейчас Бурдип наш сольется вместе с КВ-1. Да, вот о чем я и говорил, Т-29 броня не пробита. Почему в него лучше фугасами все-таки стрелять? Надо было, наверное, подождать и все-таки 85-ку выстрелить. Жесть, пока катком выйдет на нас. Ну или вот так. Рискованная ситуация. Я тут стою под обстрелом арты. Но придется подождать. Так, 85-ка налево уходит. Т-29-ка все еще тут. Даже вылазить, наверное, не буду. Вот о чем и речь была. Стоит, палит себе там. Хотя... Хотя вы знаете. Давай еще раз подлезь. У меня есть для тебя вкусное. Вкусное, вкусное, вкусное снаряд. Пиздюлина, короче, вкусное у меня есть для него. Да, блин, под ахтой стою. Блин, мне очково тут стоять. Уж назад свалю. Хотя можно было под шумок подлезть. Сейчас 129-й попрет, по идее. Хотя чего он назад поехал, непонятно. Нет, о, пошел. Пошел разнос. Вот так вот. По одному, потихонечку, полигонечку. Так, извини, пацан. Блин, не то нажал, хотел.
перезаряжаюсь нажать. Замечательно. Там еще КВ-шечка 2 на низу стоит. Поедем, пожалуй, за Т-29. Так, М6 ошибка. Боже мой, что он делает? Надо помочь. Зачем я тут помогу? Надо 85-ку разнести. А, я не попаду. Ладно. Будет еще время. Будут еще песни. Так, главное выжить. Нет, лучше на КВХ в такую сведусь. Хотя сама пускай подъезжает. В принципе, если я займу грамотно позицию, и можно будет выбить. Опять же, я боюсь, что сейчас КВ-3 мне сейчас задницу приедет. Здесь он фугасами стреляет. На тебе плюху на 651. Так, ну да, он фугасами лупит. В принципе, у меня досыл вроде как есть. Надеюсь, мне акта приходит. Вообще, по идее, я должен ее прикрывать. Что же делать в такой ситуации? Надо немножко подождать. Сваливаю отсюда по-быстрому. То сейчас КВ-3 припрется. Здесь у него мало ХП. Я помогу, блин, я его не вижу даже. Ну. Придется ждать, надеяться. Так он где-то там, что ли, катится. Не видно его. Надеюсь, он на месте встанет. Чтоб наверняка.
задница. На 400 пушка стрельнула у него. Ладно. И так все, что мог, сделал. А еще ржет там, сидит. Сам слился, наверное, там, как бог войны просто. Я надеюсь, как у Буратоса двигатель поврежден. И ХП 100%-ный. Фугасом, что ли, как-то выбили или что? Хотя фугасом ХП даже не сняли. Странное дело. Чувак, он тебя сейчас слева обойдет. Боже, что он делает? Ладно, не хочу на это смотреть уже. Я не... Так, не хочу я вашу роту. Пойду-ка я на 220-м. Шестёхом затянуло. Так, поедем налево, наверное. Голду заряжаю сразу. Как брелок, ну... Блин, ёлка, это классный танк, ты чё? Ёлочку он продать захотел. О, пошли вопросы. Что значит 220Т? Тест. А потом посмотреть результаты боя нашего предыдущего. Так, ихняя елка уже почти на горе. Наша тоже. Побеждает наша елка. Ту-ду-дун, ту-дун. Надеюсь, наша елка мазать не будет. Жалко. Но будет. Пацан, 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 есть, не бойся, не мешаю. Так, походу он с фугасницей, да? Да, он с фугасницей. Лучше на него не лезь. Володя, снайпер. Так, а этот Володя, снайпер сюда сам подъезжает, мы его здесь встретим. Блять, а что мне с шестерками воевать, да?
Чё наши, блядь, делают? Где они, нахуй? Чё они, блядь, все снизу? Блять, чё они там всё забыли? Сейчас что там сольются. Ясно, блять. Опять команда денегатов каких-то. Ничья? У. Две тысячи семьсот дамага. Чё, наши немощи делали 6-го уровня? Да не, нихера не делали. Ну, хотя бы сейчас в топе. Пу-пум, пу-пу-пу-пум, пу-пу-пу-пум, пу-пу-пу-пум. Там еще времени. Еще можно дома быть. Даже не знаю. Пойду-ка я налево. Пускай наши стоят направо. Когда же дойдет до СТ, что им налево там делать нечего, им нужно направо ехать, на горочку. Никогда, походу, до них не дойдет это. Кстати, сейчас поедем, сольемся. Можно будет побыстрее в ангар выйти. Больше техники выкатать. Меньше опыта получить раза в 4. Давай 3-4, давай прям на них. На 150-го, на 85-ю, на С-35, блин, Самуа. Ой, бля. Ну чё, как тебе понравилось? Я тебе за предыдущий бой. Когда назад сдаешь, надо смотреть. А еще ненавижу диких Максов. Больше всего ненавижу Т-150-х. Какие-то наглые последнее время стали. Да, приятель.
Слушай, ВК, может мне тебя ёбнуть? Я ж выехал на него, даже танканул, блядь. ХП потерял. Подсосник, блядь. На тебя, блядь. Соси дальше. Неспортивная. Ты ВК ёбнул. Ну, гриль добил сплэшем. Такое тоже случается. Тысяча 900. Давайте еще. Северо-запад. Минут еще 16 у меня есть по времени. О, пацан, походу, решил взвод найти себе. Еще одну елку. Так, ну, в принципе, у них такая команда, что всем можно раздать. Не знаю, мне, походу, всего два танка нравится на 6-м уровне. Это КВ-2 и вот этот вот Черчилль 7-й. Вообще отличная техника. Все остальное, по-моему, какое-то ущербное. Так, на низ не буду спускаться, я не люблю там воевать. Ну так, иногда от настроения, но в основном здесь. Опять у них три акты. Нахрена спрашивается столько артиллерии в одном бою? Неужто сложнее там подождать еще минуту, но затянусь. Другой бой. А то либо ее вообще нету, либо она в чрезмерном количестве. Не понимаю я рандом, как он работает. Когда, наверное, не пойму. Вот знаете, вот явно же видно, что игрокам это не нравится. Почему они не подправят, непонятно. Я смотрю, КВ-2 вообще по барабану. Как едет, как ехал, так и едет. Ну да, ему явно по барабану. Он смирился со своей участью. Наверное, нет, он, наверное, просто нажал кнопку R, так вперед поехать. Такой сейчас разворачивается, смотрит, ёбаный в рот. Убили уже. Так, она пытается арта накидывать. Но это ее проблема, что она пытается. Хай дальше пытается. Блин, надо Т8 нашего открыть. Ладно, рискну уже. Надеюсь, мне повезет. Ну, что ты сейчас скажешь?
Да ёп! Японский городовой. Привет, помнишь меня? Ну, прости, АТ-8. Так, чито сейчас сгорит нафиг. По-моему, настал самый тот момент, когда нужно возвращаться наоборот на базу. Там штук 3Г, Т-58, 3-4. Так вот. Ну и Хелк сейчас свалит там. Скажет, а, ну нафиг мне эти проблемы не нужны. Хрен с командой, хрен с победой. Хочу ехать вперед, блин. Потом, я не рак. Я просто играю для удовольствия. Сам же думает, блин, какой же я рачина. У меня процент побед там 46. Поеду-ка я вперед, называется. Просто в определенные моменты мозг у человека отключается. Оставляет такту там одну. Потом это все перерастает в какую-то ненависть. Зачем так играть? Не понимаю я. Если хочешь играть, не думая, бегать там, играй в Call of Duty. Там думать не надо вообще. Там тебе что сказали, то и делаешь. Беги вперед с автоматом, стреляй по всем сторонам и все. Особого ума там не надо. Так, надеюсь, Т-58 попёрся все-таки в атаку. Или хотя бы какая-нибудь Т-34. Т-34. Не, они решили все вернуться. Я буду ржать, если их там сейчас размотают. Здесь Т-58 тоже вернулся, не поехал в атаку. Не, не поводу так. Хелка-то не пробил. В первый раз в жизни не пробиваю Хелка-то. Вот, что и требовалось доказать. Давайте вурдалаки на захват. Блять, попёр нахуй. Не надо. А вот надо. Во взвод. Я с раками не играю.
так вот. Так, ладно, ребят, я завершу. У меня 3 минуты, мне надо выходить уже. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всего хорошего, удачи и пока.